каждый день в Вашингтон приезжает 50 тысяч туристов. Но в наш район не заглядывает никто. Здесь улицами правят банды. Я работаю на самую крупную из них, МС-13. Ты здесь? Ты должен быть в школе. Я работаю, я наркодилер. Нет, ты не будешь барыжить! Не допущу его до этого дерьма, не хочу, чтобы он пахал на банду. Он должен быть на уроке. Что ты гонишь? У меня для тебя партия. Лукас, я рассчитываю на тебя. Держись, пацан, и что бы ни случилось, никогда не реви как... Эй, что за базар? Он же мелкий! Оставьте его! Отвали от него! Идем, бежим быстрее! Догоняй! Пусти нас в машину, живо! Стой! Дыши! Давай, трубку давай. Быстрее! Вперед, вперед! Мне нужен товар и еще пацан. Не трогай моего брата! Я его вырастил! Оставь нас! Идем! Думаю, тебя он порежет первым, чтобы ты мог наблюдать сверху. На свадьбе моей сестры. Ты же помнишь, я был тебе словно отец. Обращался с тобой как с сыном. Смотри мне в глаза! Ты идешь в пекло, да? Ты хоть знаешь, что они с тобой сделают? Смотри, куда прешь, белый хрен. Эй! Эй!